Девочки, кошечки мои, самые любимые, самые красивые, всем бонжорно, всем доброе утро. Ребята, привет! Девочки, делаю вставочку перед видео, потому что хочу провести эфир в четверг в 4 часа по московскому времени. Все, я вас всех жду, люблю. Все, дальше видео. Девочки, кошечки, ребята, всем бонжорно, всем доброе утро. Сегодня утром уже сходила. Ой, за покупочками тяжело держать. Зашла в два магазина. Хоп и Евроспин. Шпинат свежий взяла. Мне так захотелось свежего лука. Купила свежий лучок. Сейчас как раз сезон начинается. Мыло. Здесь авена и рис. Как она с рисом и... Овсянка. Рис взяла. На рис я беру. Мне он очень нравится. Он, знаете, не сильно разваристый. Морковочка. Замороженный горошек. Лимончики. Была скидка на них. Это сицилийский лимон и евро. 99 центов. Наши пельмешки с мясом олегри. Такина взяла, индейку, сыр, пармезан, у меня муж любит пармезан, здесь килограмм 16,99, 800 грамм, 13,69, вкусный, сколько здесь месяцев, так давайте посмотрим, 20 месяцев, ну да, хорошенький такой, помидорки, это очень вкусно, крутые помидорки, это вот единственные, которые сейчас вкусные, все остальные, знаете, как... Траву кушаешь. Ополаскиватель Lenor Enjoy. Запах. В прошлый раз я покупала, там была роза. Но я решила поменять. Взять это тоже. Классный. Для цветных вещей отбеливатель. Бурату взяла. Хочу на обед сегодня покушать. Кабачки, цукини. Они называются, знаете что? Фьюки де латте. Яйца. Огурчики. Один огурец стоит евро 30. Булгур. Мы его с мужем вот прям обожаем, девочки. Обожаем. Салат айсберг. Купила для Аллегры, потому что она увидела видео, как я делаю бургер. И он так классно говорит, мама, я тоже хочу попробовать. Специально для нее купила. И... горошек. Все, все покупочки. У нас вчера были покупочки, сегодня я вам покажу. Разгребаю совсем чуть-чуть гардеробную, но я ей займусь, нужно там много часов, чтобы ее разгрести. Это мы не попали на карнавал. Оставлю на следующий год. Это ее сумка танцевальная, она чистенькая, я ее постирала, повешу сюда. Я думаю, что мы этот рюкзачок уже в этом году отдадим. Я у нее спрошу. Если он ей не нужен, значит, мы ее отдадим. Я уже начинаю вещи собирать, чтобы отдать их. И мои, и ее. Коробка лопатая. Пустая. Я здесь бумажки забирала, но я ее выкину. Я думаю, она мне уже не нужна. А это вот вчерашние покупочки. Просто скидки. Грандиозный. Я когда все сделаю, покажу вам. Вот этот хочу еще перебрать. Здесь кучу всего перебрать. Так, это ее сумка танцевальная. Ой, все летит. Ну, началось уже небольшое расхламление. Аллегрины маленькие. Протру. Эти потом закину, постираю в стиральную машинку. Тоже отдам, все уже. Мне подарила вот эти вот сапожки Кристина. Кстати, в Италии любят вот такие вот именно, знаете, сапоги под джинсы или под леггинсы. Она их купила, но они ей маленькие. Она купила потом такие же, но на размер больше. Я не помню, она мне 2 года назад подарила, но я их, если честно, по-моему, один раз под джинсы одела, я не знаю.
Нужны они мне, не нужны. В принципе, симпатичные и цветы. Вроде в этом году они были модные. Не знаю, девочки, подскажите. Так, ну сапожки. Конечно, после дульки на голове так себе. Ну вот, в принципе, вот так вот. А, ну вот, это старый штатив моего мужа, еще когда только-только я начинала снимать видео, помните, самые первые, это вот с ним, я его выкидываю, он не нужен, выкидываю, у меня еще огромный штатив остался, я, кажется, его к свекрови отвезла, я хочу, наверное, его продать, покупала за 150 евро, может быть, знаете, там, за копеечки отдам, жалко его, он хороший, 12 часов у нас уже, это все на улицу, буду мыть обувь. Смотрите, какая шубка. Кристина ей подарила 2 года назад. Но она ей маленькая, она уже впритык вот здесь вот ей. И плюс ей жарко. Но не было 2 года, и прям такой, знаете, зимы, что нужно было ее носить. Мы куртку ей купили, сейчас я покажу. Вот эта куртка с мехом немного. Ей жарко, она говорит, я не могу ходить, ей жарко, она начинает раздеваться, ну, в общем, кому-то она пригодится. Все в процессе, все в процессе. Это джинсен, который я не пью. Я его уберу. Там муж кофе принес. Я вам показывала, да, в прошлом видео. И Кристина джинсен купила очень вкусный. Итак, кофе. Сейчас сюда. Карамелька. Я показывала, да? Такие карамелечки. Когда не успеваю вовремя покушать. Раз эту карамелиночку, карамелиночку. Нормально. Но сейчас уже через 10 минуточек буду начинать готовить и кушать. Так, это мы пока уберем все. По чуть-чуть расслабляю. Аллегрены вещи, потому что, ну, их очень много. Они просто в шкафы уже не вмещаются, никуда не вмещаются. Так, я аккуратненько сложила, сейчас помою. Единственное, не знаю, чем мне ручку отмыть, не отмывается. Ну, клей это все отмоет, это ее рисунки, она сказала, ни в коем случае не трогать. Когда по чуть-чуть, ничего не видно потом. Столовая ложка. Эксперименты. Ну, уже, знаете, полпакета. Нам соседи снизу отдали, у меня дочки взрослые. Но, честно, уже, знаете, такой запах, вот, что старая. Я Олег говорю, давай выкинем, выкинем. Она, нет, нет. Ну, она пока не помнит про них уже. Что я повыкидывать. Ну, и тут, знаете, то, что уже деталей нету, там непонятно что. Вот эти вот тоже уже. Время обеда. Хотела сделать сегодня винегрет, девочки, но не успею. Может быть, попозже его сделаю, но сейчас точно нет. Потому что мне нужно еще ванну убрать и обувь помыть. Я надеюсь, что, знаете, дождь все-таки не начнется. Огурчик. Кажется, здесь снимают, и я тоже, знаете, уже привыкла. Она не такая вкусная, как у нас. Так хочется уже наших огурчиков. По поводу игрушек мягких. Они всегда что-то новое покупаются. Мы уже с механизмом не покупаем. Я летом, который с механизмом, они уже не помоешь. Я повыкидываю. Вот. Дарить мягкие игрушки крайне редко дарю, если прям какая-то хорошая. Я ее помыла, и она высохла хорошо. Я сейчас отобрала игрушки Барби, она уже в куклы не играется. У нас там есть, знаете, всякие штучки для Барби, там, аксессуары, принадлежности, да. Вот, и
Она мне сама сказала, говорит, мам, давай Барби уже отдадим, я в нее не играю. Да она вообще как бы не особо игралась в куколки. У нее есть там три Барби с длинными волосами. Мы когда купаться идем, она им голову моет, все. Но эти хорошие пооставали, жалко, иначе она просто испортит, которые моются, там, то я думаю, что она скоро уже им голову мыть не будет. Она стала смотреть фильмы. То ей фильмы как-то не заходили. Она говорит, ой, нет, нет, ей что-то вот надоедало. 5-10 минут. А то она посмотрела фильм «Матильда». Вот. И сейчас она смотрит сериал. А, потом она смотрела детективы, маленькие детективы. Дети там, да, вели расследование в школе. Прикольно. И сейчас она стала смотреть... Девочки там уже постарше, профессиональные гимнастки, как они проходят этот путь, знаете, от начала до конца, ей так это нравится, она, ой, мама прям смотрит с удовольствием, думала, о, моя девочка уже повзрослела, вот, мультики сейчас стала прям меньше смотреть, ну, иногда что-то, так, мультики, знаете, такие уже полторачасовые, что-то такое вот прикольное, а вот детские, маленькие, она уже редко, крайне редко. Смотрит. Сейчас смотрю, проходили с обеда детки. Все вижу, все слышу. Орегано. Немного соли и масла. Ой, мне прям хотелось, знаете, похрустеть. Хотелось прям... Лука. Вообще я лук люблю, лук, помидоры. Сейчас сезон начнется, буду помидориться. И бурата, обожаю бурату. Ну, вообще летом ее вкусно кушать. Ну и сейчас. Ой. Девочки и все, кто кушает, приятного аппетита. Вот скажите, у кого так же, когда покушаешь, все, уже больше ничего не хочется делать. Хочется сесть, посидеть. Но нет, я хочу сегодня ванну убрать. Знаете, не люблю откладывать, что можно сделать сегодня на завтра, потому что завтра появятся другие дела. И в итоге, знаете, оно так вот получается накапливается, и потом... Вообще никак ничего делать. Поэтому то, что задумала, сегодня надо обязательно сделать. Я, кстати, тело мою не гелем для душа, а мылом. Я давно уже мыло мою, потому что гель мне не вымывает. У меня достаточно такая пористая, жирненькая кожа. Это мыло, знаете что? Ваниль и табак. Запах классный. У меня тут... И сушилка, и машинка. Уже 3 часа. Девочки, осталось мне только обувь. Светлую обувь, вот эти, слегка водичку и немного средства, вот это, и прохожусь по поверхности, когда уже совсем, да, они грязные, да, кидаю их в стирательную машинку. Выстроились в ряд, через часик занесу уже в дом, в квартиру, а то мне кажется сейчас... Дождь начнется. Мы этот пакет взяли вещей. У нас получилось 54 евро. Вот такие вот наушники теплые Allegro. За 3 евро. А, 5. А, нет, извините. 3. Бантик снимается. Видите, они прям как в форме наушников. Она потеряла свои черные, но это уже на следующий год мы ей взяли.
шортики. Эти по 50% скидки. Знаете, они такие легенькие, коротенькие. Летом бегать вообще в самый раз. Не по 5 евро. Одни. Давайте чуть-чуть подвину. И вот вторые. Да, 50% скидка. 5 евро. Дальше я взяла себе вот такую вот маечку черную. Либо под низ, либо летом ходить, когда жарко. 3 евро. Олимпийку одели. Черную. Сейчас потеплеет, знаете, буду ей маечку тоненькую поддевать. Если ей будет жарко, она снимет олимпийку. Тут у нее еще и форма, поэтому и форма, и олимпийка. В общем, олимпийки нужны в школу. Ой, аккуратненько. Леггинсы по 2 евро. Обычные тоненькие сейчас в школу. Мне кажется, самое то, потому что она будет просто приходить с дырками. И на коленках, и везде. Вот эти немножко широковаты. Я взяла 9-10. Знаете, они постираются, они усядутся в любом случае. И мы ей взяли 4 пары обуви. Лоферы. Что это такое? А, ну подождите, что-то здесь они, я не увидела. Посмотрите, как запачканы. Сейчас я посмотрю, если они, может быть, просто отмоются. Может быть, это, знаете, что как приклеены были этикеточки вот эти красные. Ну, вообще, такие прикольные. Конечно же, не на каждый день, но куда-то выйти под носочки. Беленькие, вообще любые, прикольно. Мы отдали за них 7 евро. Сейчас леопард в моде. Обувь, сумки, аксессуары, вот одежда. И они, знаете что, они очень мягкие. Это 33 размер. И я еще пойду куплю, мы за них заплатили 5 евро и 32. Я думаю, что ей это вот на сентябрь, скорее всего. А я бы сейчас хотела ей еще на весну. На 100% в них будет бегать, прыгать, потому что они реально такие и широкенькие, и удобненькие, и мягенькие. И взяли 2 пары черных. Это вот на сейчас, как немного потеплеет. Они тоже, знаете, достаточно мягенькие. Вот. Хотя я сейчас смотрю следочек. Здесь из кожи. Типа зам кожи. Не будет ли ей потеть обувь? Потеть обувь. Потеть ноги. Не знаю. Что-то я уже... Ну, посмотрим, померим. 5 евро стоит. Знаете, если куда-то там в ресторан выйти, что-нибудь такое нарядненько одеть по-быстренькому. И 33. Это мы были. Я была на неделе в Праймарке. Купила ей Стича кепочку. Прикольная такая. Она сказала: мам, ну купи, ну пожалуйста. Я говорю: ну хорошо, да. И она любит, знаете, всякие такие подвесочки на бутылочки, на сумочки свои, на рюкзак. Все, Стич вот у нас. И последнее. 10 евро шлепки. 2 пары. Тоже Стич. Одни вот такие вот. А вторые через пальчик. Через пальчик она у нас еще не носила. Конечно, она когда померила, такая забавная, ей неудобно. Я думаю, ну надо начинать уже в шлепках ходить. Все-таки уже большая девочка. У меня сегодня день мытья обуви. Да, мывается. Это просто, скорее всего, наклеено. Была наклеечка. Да, мылись. Угу. Я бы тоже себе хотела такие. Так, сколько время? Переодеваюсь и бегу Аллегру забирать. Уже время. Так, отмываются. Еще хотела показать. Вот эти шортики, они, видите, регулируются. Они, можно сказать, что они на резиночке. Они не должны давить. Так, они и широкие,
Мы вчера резинку утягивали с двух сторон. Конечно, это удобно для деток, когда можно фиксировать. Ремень на 100% носить не будет, а так они соберутся вот так вот. И как на резиночке. Вчера она ела у меня рис тунсон. Осталось, если его разогрею, она покушает. А мы с мужем будем кушать супчик. Я на днях вам показывала, да, я приготовила суп, купила вот наборчик овощей, здесь куча овощей, и сделала суп. И мне так он понравился, я его съела с таким удовольствием, я его съела, здесь 3 порции, а я его съела на 2 раза. Так вкусно, Аллегра не стала есть, ей не понравился цвет. Я не знаю, что здесь, что здесь. А, ну вот получается оранжевая, зеленая, видимо, она дала такой зелено-коричневый цвет. Она говорит, мне не нравится цвет, поэтому я не буду есть. Знаете, сейчас еще такая погода, что-то горяченькое, вот прям с большим удовольствием. Здесь еще и тыква, и перчик. Ой, какая красота-то. Сейчас будем диктант писать. Это классная работа была. Пятница и четверга. Как раз когда ее не было. Будем писать диктант. И ей полезно. И мне полезно. Пронто. Си. Давай. Бачо. Да. Отсадим. Через блендер супчик готов. У этого цвет другой. Потому что это другая марка. Такой зелененький, прям поинтересней. Супчик мы покушали с удовольствием. И муж съел 2 тарелки. Осталось чуть-чуть завтра. Посмотрите, на донышке. Правда, я его немножко жидковатый сделала. Но я именно, вот знаете, вот овощные такие супчики. Я люблю, если не добавлять туда сливок, чего-то там еще, я люблю, чтобы он все-таки был пожидковатый. Вот. И Аллегра. Аллегра тоже поела с папой на тарелке немного, потому что он не коричневого цвета. Это другой, видимо, знаете, пакетик супа. До этого я когда одна кушала, он такой был с коричневым оттенком, а этот прям зеленый. Она говорит, мне нравится. Цвет нормальный, и значит, мне нравится. Тоже она покушала. И муж говорит, первый раз ем с вареным яйцом, очень вкусно. Забыла снять. В Инстаграм сняла, а на Ютуб не сняла. Но я сейчас сохраню с Инстаграма и вставочку вот здесь вот сделаю. Мужу сказала по поводу обуви. Я говорю, она лоферы померила и балеринки померила леопардовые. Чуть-чуть большевато, но я их оставлю. Про черные я ему сказала, он говорит, оставь, 5 евро стоит одна пара. Потому что мы много раз покупали ей вот эти, вот, знаете, элегантные балеточки. И у нас там получилось то 40 евро, то 50, то 60 евро. И она, получается, эти балетки только надевала пару раз. И потом мы практически новые их отдавали. Он, оставь эти балетки, раз-два выйдет в одних... Там в ресторан, может быть, какое-то платьице у нее там черное, что-то еще оденет. И другие тоже там в сентябре, в октябре 2-3 раза, если оденет, это 3, так 5 евро. Потом, знаете, не жалко, ну, как бы потраченный день заканчивать лог. Мы ванную процедуру уже все сделали. Аллегра уже в кровати. Вот. Но если она будет сейчас, если она еще захочет померить, то я вставочку сделаю. Если она не померит, то мы, значит, померим уже эти сандалики в другой раз, хорошо? Спокойной ночи, мои девочки, мои кошечки, мои самые лучшие, самые красивые, самые любимые. Спокойной ночи, высыпайтесь.